Всем привет! Сегодня вас приветствует опять снова редакция «Меломан». И сегодня мы подведем итоги нашей большой игры «Угадай обладателя Оскара 2017 года». Друзья, мы хотим вообще поблагодарить всех вас, потому что мы получили, точнее, приняли участие в нашей игре более 900 человек. Сразу отмечу, что были те участники, которые несколько раз приняли участие в викторине. То есть один e-mail несколько раз ответил. Уважаемые наши и дорогие участники, ваше первое, так сказать, прохождение игры было засчитано. Последующее прохождение, к сожалению, нет. Все-таки давайте честно участвовать. Один участник отвечает один раз. Хоть даже это в условиях конкурса и не было написано. Но думаю, что по умолчанию это можно всегда принимать во внимание. Теперь к следующему. Мы сегодня разыграем подарки в двух категориях. Первое. 5 подарочных комплектов на кону, состоящих из фильма, книги и сувенира, которые мы должны по условиям участия отдать тем участникам, которые угадали призы, у которых угадали победителей в 9 и 10 номинациях. К сожалению, угадать, видимо, действительно сложно, и таковых участников просто не обнаружилось. Поэтому справедливым считаем, что разыграем данные подарочные комплекты среди тех, кто угадал победителей в 8 номинациях. И дополнительно мы сегодня разыгрываем 10 промокодов по 1000 тенге каждый на покупки в наших интернет-магазинах «Меломан», «Марвин» и «Комфорт». На ваше усмотрение, где хотите, там и покупайте. Среди тех участников, которые ответили от 4 до 8 номинаций, от 4 до 8 вопросов правильно. Вот. Итак, не будем томить время, жмем кулачки. Файл у нас уже открыт. Я открываю его перед вами. И, соответственно, будем проводить розыгрыш. На всякий случай покажу, что вот весь список тех, кто правильно ответил. Немного его вам пролистаю. Может, кто-то захочет себя увидеть и прочее. Всего таких людей у нас 464 человека. И всех их мы разбили на два файла. Первый – и те, кто угадал в 8 номинациях, вас 53, и тех, кто угадал от 4 до 8. Соответственно, к ним мы вернемся чуть позднее. Итак, поехали определять, кому достанутся заветные комплекты подарков. Еще раз смотрим. 53 номерка от 1. Заходим в генератор случайных чисел и выбираем новую последовательность, состоящую из 5 случайных чисел и диапазон от 1 до 53. Не забудем исключить повторение. Нажимаем «Сгенерировать». Вот они, наши счастливые числа. 5, 46 и 52. 5. Сразу всех выделяю красным цветом. 56. А почему 56? Ой, 46. 46. Все правильно, это он, я уже. На всякий случай еще раз. 52, 18 и 2. 52. 18. И 2. Это раз, два, три. 4-5. Друзья, я вас поздравляю. Всем вам достается комплект. Едем дальше. И теперь мы угадаем тех, кто... Выберем победителей тех от 4 до 8 угадавших победителей в нашем Оскаре. Соответственно, номерки от 1 до... Здесь участников больше. До 411. Еще раз проверим. Да. От 1 до 411. Задаем новую последовательность. 411, нажимаем. Здесь у нас 10 комплектов, поэтому 10 случайных чисел. Поехали. 172. 172. 257.
404-42. Четыреста четыре сорок два 118-135, 86-202. 206-202, 304 и 39. Итак, считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Куда-то десятый потерялся. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все, не ошиблись мы. Дорогие друзья, мы вас всех поздравляем. В наших соцсетях и на нашем сайте мы разместим еще раз все e-mail, которые стали победителями. И вам каждому придет письмо от Елены Макаровой, которая расскажет вам, как получить ваши заветные подарки. Остальных участников просим не расстраиваться. Удача обязательно вам улыбнется. Участвуйте в наших конкурсах и выигрывайте. Впереди еще очень большое количество. Подписывайтесь на наши соцсети. Всем пока!